долго наблюдали и вершили суд, что разучились сражаться! Я смелюсь напасть на это святилище! Да, осмелилась! Потому что этого еще никто не делал! И от этого мне еще сладко! Вы, спесивые сукины дети, целую вечность нарывались, и вам некого за это благодарить, кроме самих себя. Твоя жажда власти погубит тебя, совесть. А, ворон называет ворона черным. Когда я закончу здесь, и от этого места останутся только камни, и я просто дождусь апокалипсиса и прикончу ослабленных генералов. Земля будет моей! Все кончено, зависть! Ты проиграла! Убей ее, всадник! Мы приказываем! Да заткнитесь! Я презираю ваши приказы, и скоро вы познаете на себе мою ярость! Кощунство! Так и есть! Сдавайся или умри, зависть! Ты серьезно? Нет, но попытаться стоило. Несмотря на всю твою силу, ты ничем не лучше безволосых обезьян. Все падут в грех. Свое задание, ярость. Может, тебя следует наградить. А может и нет.
Пусть и зависть застала нас врасплох, но у нас более чем достаточно сил, чтобы прихлопнуть такое насекомое, как ты. Ты перешла все границы, всадник. Ты будешь наказана вместе со своими братьями, как непослушный ребенок. Нет! Я не умру вот так! Я не позволю вашей порче распространяться дальше! Стойте! Где ты это взяла? Отдай его нам! Нет, не думаю, что он предназначен для вас. Кроме того, с ним я себя отлично чувствую. Какое высокомерие! Какая наглость! Нет, это было бы гордыней! Но это правда! И правда в том, что это может вас уничтожить! Ты никогда это не проверишь, несчастная! Единство — это ключ! Если мы хотим двигаться дальше, мы должны делать это вместе! У вас не получится! Совет? В ярости! Не сомневаюсь, что они тайно готовят нападение на убежище, если у тебя есть план. То пора! Небеса, ад, обугленный совет. Они хотят их уничтожить. Ты знаешь об этом, но, возможно, ты не знаешь причины. Почему вам жилось так тяжело даже до апокалипсиса? Потому что вы были созданы для великой цели и оставлены без защиты. Поэтому те, кто боится вас, решили уничтожить вас ложными обещаниями, войнами и грехом, в котором они обвинили вас. Они все боятся вас. Этот страх можно использовать против них. Человечество может победить! Оглянись вокруг. Это все, что осталось от человечества. И мы не в том состоянии, чтобы одержать победу в войне. Нет. Вы должны спрятаться. От небес и ада? От совета? Это именно то, что нужно сделать. Но еще больше, чем в хорошем убежище. Человечество нуждается в защитнике. В защитнике? Если вы дорожите своей честью, сделайте то, что должно!
Всадник сюда! Но... Борцы выиграют нам время, чтобы увезти отсюда людей. Увезти куда? Не обратно, в зал совета. Что бы я был за творец, если бы построил дверь, соединяющую только два места? Твое заветное желание, всадник. Безопасное место для этих несчастных. Не понимаю. Поймешь. К сожалению, ты поймешь все это, путешествуя вместе с ними. Я? Им нужен защитник, а тебе нужна новая цель. Разве я не прав? Я клянусь всеми своими силами защищать человечество. И однажды мы все исправим. Вместе. Ультейн, мой брат Война не повинен в этой трагедии. Если у тебя когда-нибудь появится возможность чем-нибудь помочь ему, я прошу тебя это сделать. Хорошо. Спасибо, Творец. Пусть наше будущее будет справедливым. Да. Счастливого пути, всадник. Раздор. Тупица! Я ведь велел тебе заткнуть предателя! Неважно. Юное создание не ведает о силе, которой обладает. Совет обсудит этот ход и отправит на землю войну. Тем самым, совершив ошибку, спадет последняя печать, и я буду упиваться хаосом. Ты можешь идти.